Заасфальтированная дорога, гостевая парковка и спиленные старые деревья. Так должен выглядеть один из дворов на улице Союзная. Но работы по благоустройству там затягиваются. Местные жители обратились к главе администрации города. Николаю Овчарову в прямом эфире с просьбой помочь. Яма на дороге, тротуара нет, места для парковки не предусмотрено. Это двор дома номер 51Б на улице Союзная. Проблеме уже 2 года. Жители надеялись, что ее поможет решить федеральная программа «Новые дороги России», в которую был включен и их дом. Разработали план благоустройства, предусматривающий тротуар для пешеходов. Тротуар продолжен до школы номер 8, для того, чтобы детишки в ненастную погоду могли комфортно ходить в школу. Согласовали со всеми необходимыми службами, утвердили у главного архитектора. Благоустройство должно было начаться в июне, однако этого не произошло. Жители обратились за помощью к представителям власти. Рабочие приехали. 2 дня во дворе спиливали деревья, потом все снова остановилось. Жители дома отправились в администрацию округа. Ответ получили только в свой 3-й визит. Ну, недобросовестный оказался подрядчик. Управляющая компания наняла подрядчика. Подрядчик, будем так, свои договорные отношения не выполнил в полном объеме. Часть работы выполнил и пропал, со слов жителей. Значит, с управляющей компанией мы вчера выезжали на место, определились. Управляющая компания сказала, до пятницы эти работы будут выполнены. Работы, хоть и не вовремя, но возобновились. 5 деревьев допилили, оставили пеньки. Обещали убрать через несколько дней. С опиловкой деревьев никак не могли решить вопрос. Теперь с уборкой не могут никак решить вопрос. И вообще, когда это закончится, вот эта грязь, и когда нам начнут делать нормальную дорогу, и то, что по плану у нас есть, парковки, пешеходный тротуар. Теперь этот вопрос находится под личным контролем главы администрации Курска Николая Овчарова. Исполнителям поручено выполнить работу полностью и в установленный срок. Я понимаю, люди хотят все сразу и моментально сейчас, но, к сожалению, у нас подрядчик по мере выполнения переходит к следующим дворам. Я думаю, что до 1 октября данные работы будут выполнены в связи с тем, что контракт заключен до 1 октября 2011 года. Если подрядчики не будут терять время благоустроить этот двор, они успеют до осенней непогоды. Анна Колганова, Сергей Дорохов, Владимир Придворов, телеканал «Сейм».